Чувашии вынесли приговор наркокурьеру. Подсудимый был задержан с поличным в ноябре прошлого года на федеральной трассе М7 в Чебоксарском районе. В машине 40-летнего жителя Башкирии сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии обнаружили и изъяли свыше 18 килограммов гашиша. Фигурант занимался перевозкой запрещенных веществ в составе организованной группы. Личность соучастников сейчас устанавливают правоохранители. С ними задержанный переписывался в интернет-мессенджерах, избегал прямых контактов и встреч. Забирая крупные объемы наркотиков, молодой человек сбывал их небольшими партиями в Чувашии, Мариэл и Тюменской области. За что задержали? За содержимое в автомобиле. А что там у вас в автомобиле? Брикеты какие-то. Брикеты какие-то? Да. Ну они как у вас появились? Я их забрал в Москве. Следствие в отношении фигуранта длилось свыше полугода. Чебоксарский районный суд признал мужчину виновным в покушении и сбытии наркотиков в составе организованной группы и приговорил к 13 годам исправительной колонии строгого режима и к штрафу в 350 тысяч рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.